Международный эксперт, гость съезда народных депутатов Григорий Амнуэль. Григорий, насколько я понимаю, вы живете в Польше, рад вас снова видеть. Григорий, расскажите, что в Польше, как отреагировали, как вообще польское общество оценило этот факт и что говорят, чья это была ракета? Нас интересует именно вот внутри страны атмосфера. Ну, внутри страны атмосфера, скажем так, напряженная. Во-первых, сразу же было заседание Совета Безопасности. Было собрано и примерно в 11 часов вечера представители после этого заседания объявили, что президент страны и премьер-министр, они установили контакты, соответственно, с генеральным секретарем НАТО произошел разговор, произошли разговоры еще с целым рядом европейских и мировых политиков, в том числе с Белым домом. И все силы самообороны, все силы, которые задействованы, должны быть в обороне польской территории, они приведены, что называется, в повышенную готовность. Также в эту повышенную готовность приведены все силы, ну, которые в России называются МЧС, МВД и так далее, и так далее. То есть, а что касается людей, ну, во-первых, поскольку это будний день, то люди многие к этому времени уже легли спать. И эта новость, она, конечно, многих разбудила, в том числе перед полуночью, когда это стало известно, когда телеканалы польские, новостные, все вели постоянный репортаж, показывая все кадры этой безусловной трагедии. А что дальше? Дальше вопрос сложный. Конечно, Министерство обороны России будет утверждать, что никаких обстрелов не было, что это случайная ситуация. Но она точно такие же заявления делала по MH17, в которой тоже погибли граждане Евросоюза и одной, и не одной, а нескольких стран, входящих в НАТО. Также совершенно случайен был туман над аэропортом Северным под Смоленском. Да вообще случайностей, связанных с Россией косвенно или впрямую, накопилось за десятилетия так много, что из них можно длинную-длинную очередь выстроить, из этих случайностей. Как будет реагировать общество, как будет реально реагировать власть, как это повлияет на дальнейшие отношения между Россией и Польшей, Россией и Европейским Союзом, сегодня можно только предполагать. Все зависит от того, продолжается ли страх перед неминуемым сознанием того, что происходящее – это не российско-украинская война или тем более военный конфликт. Это безусловное Третья мировая война, потому что, в общем-то, да, ракеты прилетели в Польшу, но они уже, насколько я помню, прилетали, правда, к счастью, без человеческих жертв, но только с разрушениями, и в Молдову, и в Литву. Поэтому ничего нового нету. Григорий, одну секундочку. Да. Есть свежее заявление Министерства обороны Российской Федерации, условно цитирую, российские эксперты установили, правда, я не понимаю, каким образом они могли установить, но установили, что это ракета С-300, которой украинские военные, украинские ПВО сбивали, ну, в Украине есть С-300 тоже, сбивали ракеты, крылатые ракеты, которые летели по Украине, по украинской инфраструктуре. В случае того, если это реально так, как польское общество отреагирует, поскольку, ну, по факту, глядя отсюда, ну, это могло произойти в любом случае, потому что Украина защищается и сбивает ракеты, и это действительно могло, ну, чисто гипотетически это могло быть так. Вот как отреагирует, как вы считаете, отреагирует правительство, отреагирует общество на случай, если это все-таки ракета украинских ПВО, которая била по ракетам крылатым, которые вчера, напомню нашим зрителям, был массированный обстрел, самый большой, последний был 10 октября, и это был просто, ну, около 100 ракет летело, большинство, конечно, сбили, но
действительно серьезно пострадала в очередной раз украинская энергетическая инфраструктура? Я абсолютно уверен в том, что все-таки как бы сомнений в том, что это российская ракета, не существует. Заявление Министерства обороны Российской Федерации, оно такое же в одном контексте с заявлениями Центра избиркома России или прочих организаций, которые готовы прикрывать ложью любое преступление своего государства. Это попытка и ничего более, потому что для того, чтобы, безусловно, со спутников, которые летают над нашей землей, можно будет установить полную траекторию, откуда была запущена эта ракета. И у меня не другое дело, что у меня нет сомнения, что целью была действительно эти двое несчастных граждан Польши, погибших. Цель, безусловно, была другая. Но техника и исполнители, которые работают с этой техникой, видимо, не настолько точны. И как было не так давно заявлено, что процента отклонения любого... Григорий, как вы считаете, это был осознанный обстрел, если мы утверждаем, ну, останавливаемся на версии, что это российская ракета, это был осознанный обстрел польской территории, либо ракета просто отклонилась от курса, а летела она по западной части Украины. Я напомню нашим зрителям, что Яворовский полигон находится буквально в 20 километров. А Министерство обороны заявляет, что, Министерство обороны Российской Федерации, цитирую, высокоточное российское оружие било по территории западной Украины, но не ближе, чем 35 километров от российско-польской границы, украинско-польской границы. Я именно об этом, спасибо, и говорил, о том, что, к сожалению, исполнители, нажимающие на кнопки и запускающие эти ракеты, и сама технология этих ракет позволяет отклоняться достаточно серьезно. Поселок, в который угодила эта ракета, и люди, которые, они находились всего в километре, чуть больше, от границы с Украиной. Безусловно, это не нападение на Польшу, это не специальная ситуация. Но от этого легче не становится. Потому что я еще раз подчеркну, война мировая, и ракеты будут долетать. Еще одну важную, да, Григорий, еще одну важную тему хочется обсудить, которая она не касается напрямую Польши, но это касается соседей Польши и Венгрии. В результате вчерашних обстрелов энергетической системы Украины вчера Украина отключила работу, действия, прокачку. Да, Украина приостановила прокачку нефти по трубопроводу «Дружба» в направлении Венгрии из-за падения напряжения. Об этом сообщает российские СМИ, ссылаясь на представителей «Транснефти». Украинскую сторону эту информацию пока официально не подтвердила. Тем временем венгерские медиа пишут, что остановка прокачки через «Дружбу» произошла из-за повреждения объекта энергетической инфраструктуры после ракетных обстрелов Украины, России. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан уже созвал заседание Совета безопасности страны. Григорий, давайте эту тему еще обсудим. Прокомментируйте, пожалуйста, вот этот факт. Венгрия среди стран НАТО, по-моему, самый главный союзник Путина. Ну, я бы не назвал все-таки Венгрию союзником, по крайней мере, государство Венгрии, потому что... Правительство Орбан, да. Да, вот господин Орбан считает, что его отношения личные с товарищем Путиным, они являются определенным залогом возможности экономического развития Венгрии, которая посажена в полной мере на российскую энергетическую иглу. То, что идет обстрел, планомерный обстрел энергетических станций всех, начиная от практически атомных, от захвата Запорожской АЭС, крупнейшей в Европе, российской стороной в Украине, это факт. И он даже не скрывается российской стороной, и в том числе и Кононенковым и так далее, всеми ее представителями, вплоть до Пескова. Я уж про телевизионных вещателей и не говорю. Поэтому сомневаться в том, что обстрел энергетических узлов идет, у нас нету никаких. То, что при повреждении энергетических узлов возникает опасность
для действий нефтепроводов, газопроводов и так далее, вот любых энергетических, в том числе снабжения и атомных станций. Это реальность. Поэтому вина за это опять же ложится ни в коем случае не на украинскую сторону, а на российскую сторону. И то, что она пытается переложить со своих плеч вину вместе с товарищем Орбаном на Украину, это как раз показатель дымовой завесы, того самого тумана, который иногда очень сильно скрывает что-то над российской территорией. Огромное спасибо, Григорий Эммануэль, международный эксперт, гость съезда народных депутатов, был у нас с вами на связи.